Но классно, симпатичная, не расстраивайся, да. Все отлично. Все, а у меня все идет отлично. Готово. Почти. Почти, ребята. Писечка осталась. Блин, я сегодня понял, что я не в той индустрии работаю, кстати. А? А тут там 720 запись локальная. А почему аспирант не скачает локальную запись с Good Game, я вот не понимаю. И не зальет ее на YouTube. А, там в Good Game делается локальная запись? Конечно. С каких? В высоком качестве. Ну, довольно с давних времен, насколько я помню, этого происходит. Для топ-50 стримов только это происходит. Ну, я, слава богу, вошел. Я вошел, ребята, что может быть лучше? Так, мы уже в эфире, если что, вдруг. Поздоровайтесь, класс, ребят. Класс. Всем здравствуйте. Всем все видно, ребят, все хорошо? Всем привет. Лодварк пишет. Здравствуйте, сейчас я. Последнее. Слушайте, у нас тут шефа убили, я напоминаю вам. Так что давайте как-то не будем расслабляться. Это не стрим приостановлен. Приостановлен? Не, все. Выясни обстоятельств смерти, Бонч. А, нормально все, да? Ну хорошо тогда. Тогда продолжаем. Дропов нет, ничего нет, все нормально. В Дискорде. В Дискорде стрим приостановлен. А, ну так это же мелочь. А почему он приостановлен в Дискорде? Потому что тебя свернуто приложение. А, его надо развернуть, ё-моё. Сейчас. А вчера такого? Вчера такой фигни не было. Вчера мы не стримили, ну да ладно. Тихо-тихо, БСП, не корт. Не корти портинку. Какой-то армейский сленг, я его не знаю. А что не так-то? Что ему не нравится? Он больше не хочет. У тебя больше 30 секунд, чтобы выяснить, что ему не нравится. Ой, давайте вы мне не будете еще... Если вы мне сейчас и по времени еще ограничите, я вообще-то сейчас затуплю. А что ты поздно пришел? Я сегодня в театре играю. После стрима? Нет, во время. Во время. Да почему оно у меня больше не захватывается-то, ё-моё. Ребят. Есть проблема. Сейчас. Это не та проблема, Бонич, давай. Да-да-да, это именно она. Он не хочет больше. Все. Да. Уважаемые дамы и господа. Серьезно, он просто не хочет больше демонстрировать экран. Пойдем-ка мы в Dark Souls. Он игру просто не видит. Просто тупо не видит игру. Что мне надо сделать? Перезайти, что ли? Вот же урод. Козлина. Так, ладно, сейчас перезапущу игру. Mm-hmm. Только что все было хорошо. Потом бац, и как всегда. Бац, и невиновен потом. Так дайте я быстренько кое-что еще сделаю. Пока давайте пообщаемся за жизнь, там, не знаю. Потом. Дайте я быстренько. За Dark Souls пообщаемся. А мы видим игру. Ну вы-то да, ребят, это немножко разные источники. Этого хватит. Ну, ребята, я думаю, сориентируются. Опытные все-таки все стримеры. Импровизируйте, короче. Можете сами придумать фразы персонажей? У кого-то тык-тык делает телефон. Тык-т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 ык. А, кстати, да, мне надо. Может быть. Они все тыгдынский телефон. Mm-hmm. Так, все, еще разочек, запускаемся. Come on, everybody. Что такое? Come почему? On. Тут шеф страдает. Давай, раз, два, три, поехали. Постоянно учить текст до выступления. Естественно, я же про это и говорю. Что трудно было выучить все фразы в игре. У нас у вас был целый день. Нажмите Enter. Вот. И давай, запустить стрим. Я Феникс Райт, есть. Что это вчера? Так. Конспектировала видосики. Там, где крыса с болтиком в голове пытается достать кусочек сыра. Какое-то извращение над животными смотришь? Нет, это психологический эксперимент. Над кем? Вот сейчас стрим над пошел кем, кто смотрит? Над, судя да. по всему, над крысой и над студентами. То есть, все, давайте а логика в том, что даже если у тебя болт в голове, тебе иногда хочется сыра? Или что? Нет, насколько ты ощущаешь в пространстве свой болт в голове. Да. Миш, давай попробуем вбить кому-нибудь нас болт в голове и спросим, ощущаем ли мы болт в голове или нет. В общем, меняется ли поведение крысы, когда у нее в голове болт? Так, давайте посмотрим, как у Бонича все захвачено.
Да все захвачено. Да лучше чатику довериться. Карту покажи, Бонни, что там, как у тебя карта захвата территории. Не, я без карты захвата стримлю. Ребят, я предлагаю начинать. Все идеально по продакшену. Все. Мне кажется, это тиховато, нет? Или как? Я бы по громкости просто сейчас быстренько послушал, что зрители скажут, мяу, чтобы мяу, потом да, вчерашние настройки все, подожди, вчерашние настройки все. И музыка, и настройка громкости. Стрим позавчера был. Ну, а настройки вчерашние. Ну, вот в этом может быть проблема. Громче точно не надо чего. Но, игру, если не, игру не надо громче. Если выбивается по громкости, потому что я заметил, что в прошлый раз у меня прям перегруз. Ну, потому что ты вот так вот делаешь микрофон! Поэтому и перегруз. Нет, я к микрофону не подвигаюсь обычно. Он у меня как вот висит на одном расстоянии. Ну что ж, ОБС повисит, а мы, друзья, продолжаем. Продолжаем дело о сестрах. Раз, вторая два. Глава. Расследование. Минус уши, спасибо. Спасибо. Покупайте новые динамики, ребят, все. Погнали. Дело о сестрах. Загрузить сохранение? Ну, пожалуй, давайте попробуем. Ужас. Они держат... А что это я, Миша, за тебя твою работу выполняю? Давай. Ты очень воодушевлен, видимо. Да. Ужас! Они держат несчастную Майю за решеткой, как преступницу. Это я. Прекрасная актерская игра. Да, я, да, пожалуй, может, возьму может, на вооружение. Я сегодня играю сексуального мачо преподавателя танго, который пришел в магазин «Пятерочка» и охмуряет кассиршу. Как вы думаете, у меня получится? А ты какого персонажа собрался озвучивать? Такие... Я не озвучиваю, я его играю, задание. Сережа, это театр. Домашнее задание, да. А, я думал, театр это шутка про то, что мы стримим. Нет, я реально играю в театре сегодня по постановке. Это все постановка. О! Это вы, тот адвокат. Да, я адвокат из бандитского Петербурга. Ту-ду-дун, ту-ду-дун. А давайте напомним, что было в прошлой части. Ну так чисто, это полминуты займет. А... Ну, молодой адвокат. И... Так. Волосы мы так и не поучаствовал нашли. В своем первом деле, так. Где нужно было защищать друга детства, попавшего в просак, на которого свалил вину за убийство девушки. Ну, тот самый убийца, который выступал в качестве свидетеля. Молодой адвокат блистательно провел процесс, нашел несколько несоответствий в показаниях свидетеля, вывел его на чистую воду, заслужил благодарность от шефа. И в конце серии шефа грохнули той самой статуэткой, которая была убита и предыдущая жертва. Нет, такой же, не той же самой. И во всем обвинили ее сестру, которую зовут Майя. Видишь, я чувствую себя диктором на канале «Россия» в предыдущих сериях вот, сериала. Елена призналась Ивану, что любит его. Иван мучился терзаниями совести, ведь у него была своя жена. Катерина тем временем оказалась беременна. Беременна от Иннокентия, который тоже любил Елену. Елена и Иван стали громко разговаривать. Иван вышел в гневе из квартиры. Итак, следующая серия. Доброе утро! Доброе утро, она грустная или что? Ну, доброе, доброе, посмотрим, что тут нас ждет. Ты бы в обезьяннике со шлюхами посидела ночь. Тоже ж, наверное, поди, не веселая была бы. Чему-нибудь новому бы научить. У нее такой измученный вид. Странно, к чему это? Буква вспоминает. Будете меня защищать? Я буду защищать этих баб. Знаешь, я как раз хотел с тобой об этом поговорить. Извини, не получится. Конец второй главы. А что, так можно? Я бы попробовал. Ну а что будет? Что будет? Че, сейвимся? Сейвимся. Извините, просто так. Представляете ситуацию, да? Приходит к этой к подзащитной, она задает вопрос, будете защищать? Он говорит, нет, и уходит. Так не, погоди, мы же не адвокат, которого назначают автоматически, мы просто частные. Че там думать, ребят? Зачем мы пришли? Зачем? А, это шутка! Может, если я пошучу, то смогу поднять ей настроение. Я думаю, в такой ситуации шутки вообще неуместны. Ха! Сейчас только шнурки поглажу. Красава, что делает вот море-то, а? Чертяка. Шучу. Полосатый. Кажется, не получилось. Не зашла. Давай, приви еще, приви. Упс. Чё-то шутка не зашла. Действительно, чё это?
Не очень хорошо начинается общение с обвиняемой. А? Майя? М. Майя. Учим алфавит. Ты что, хихикнула, что ли, там? Что? Нет. Н. Нет. Не особо убедительно вышло, да? Действительно. То есть она попыталась подыграть нашему, очевидно, отстойному чувству юмора, чтобы хоть как-то, ну... П! Простите! Чё они все заикаются, не понимаю? Простите! Я подумала, раз вы пошутили... Пожалуйста, не шутите снова! У вас отлично получается! Но не сегодня! Да, шоу, логика какая-то... Так, ну и кто кого здесь пытается, того? Ну, не шутите снова, у вас отлично получается, человек может описаться от смеха. Зачем ей? Она девушка молодая. Зачем ей этот стыд и срам? Я так и знала! Никто мне не поверит! Что? Даже вы, когда нашли меня в офисе, вы тоже смотрели на меня, как на убийцу! Неужели я правда на нее так смотрел? Я вообще не туда смотрел. Нет, ты что? Энн, ничего. Ничего, я понимаю. Похоже, человек, который отвечал за этот текст или за русскую адаптацию, мы его за ику взяли просто на работу. Кстати, я о вас наслышана. А чё она так обрадовалась вдруг? Да... Это ж, вы голы по городу бегали и всем пипку показывали. А, и не про это наслышано, извините. В каком смысле наслышано? Я недавно говорила с сестрой по телефону. И она сказала, что у вас очень большой потенциал. А чё, нифига себе у неё бусы. О, вспомним, с кем у нас не получится роман. А это кто читает? Это кто ты читаешь? Нет, ну, Мия это... или Майя? Мия, это флешбэк. Просто... Сегодня да, мой конечно. Младший партнер впервые выступал в суде. Младший партнер, как младший звучит. Партнер, да. Это Пугачева-Галкина, так называют. А там, да, там же вся первые компания годы. Партнеров целая. У нее. Ого, серьезно? И как все прошло? Ну, он там просто в перерыве фокусы показывал, присяжным развлекал. То еще зрелище. Если честно, я сидела как на иголках. Давненько такого не было. И не будет. Значит, он с треском провалился? Классно вообще. Он великолепен. Он с треском да. Затащил. Да, это я. Неизвестный. А, друзья, на стриме неизвестно, будьте осторожны. Ей, 7,5 рублей, кстати. Следите за своими детьми. Про таких и говорят, вселяет страх в сердца злодеев. Вау. Какие-то свои розовые очки, мне кажется, через которые она видит главного героя. Опыта ему не хватает. Ну да, я же молодой партнер, младший, ничего, натаскайте меня. Вы же натаскуха. Было весело. Да, нет, ничего веселее. Думаю, теперь я знаю, к кому обратиться, если окажусь в беде. А, там же главное, чтобы весело было. А да, повезло, повезло. Ну, даже не знаю, Майя. Уровень юмора молодого адвоката уже был продемонстрирован наглядно, то есть точно скучно не будет. Мне кажется, стоит подождать. Дать ему еще годика три. Неправильно. Глагол «дать» использован в неправильной форме. Нужно писать «давать ему еще годика три». Вот так. Конечно, если не хочешь, чтобы тебя признали виновной. Че? Она уже знала, что ее убьют? Вот что она сказала. Да. Никогда не слышал таких веселых интонаций в камере предварительного заключения. Да. П, простите. Простите, я не хотела вас огорчать. О, не-не, все в порядке, продолжай. Думаю, она была права. Но я все равно не могу просто сидеть, сложа руки. Поэтому буду сидеть,
сложа ноги. И вязать. Да, да. Когда я думаю о том, кто мог убить Мию. Понимаю. Так, а что изучать будем? Вот показать не надо, только жать, пожалуйста. Можно я покажу сейчас? Я уже не могу сидеть сложа руки. Я сейчас покажу. Я не знаю, что тут изучать. А может поговорим? Ууу, ментяра. Можно убрать этого охранника. Этот охранник следит за комнатой для посетителей. Офигеть, информация вообще полезная. Ни разу не шевельнулся, настоящий профи. Офигеть, так, потому что он нарисованный, даже не анимированный. Улыбнитесь, вас снимает скрытая камера. Класс. И она тоже ни разу не шевельнулась. Настоящая камера, настоящая профи. Да все, все. Хорош. А нет, что-то... Все, нет. Нет. Это, да, все еще, нет. Это все еще охранник, который не шевельнулся. Ну что, охранника убираем, камеру выключаем. Погнали. Есть кнопка там? Поговорить, показать. Я не знаю, мне надо что-то ей показать. Давайте, знаю, может, сначала поговорим, прежде чем показывать. Поговорим. Ладно, давайте поговорим. День преступления, давайте, да? Ну что о ней говорить, не так все понятно. Ну, про все поговорим. Ну давайте начнем с дня преступления. Можешь рассказать, что случилось в день убийства? Да! Убийство! Тудун-тудун-тун! Прр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 рr Она хотела, чтобы я придержала у себя улику для предстоящего слушания. Да, ей можно доверять секреты. Улику? Да, часы, похожие на статую мыслителя. Те самые, которые смастерил Ларри или Гарри. Он же бац. Почему она назвала их уликой? Так, она говорила что-то такое. Сейчас флешбэк опять будет. Спасибо, Краун. А, ноун. Ноун. Помнила! Хотите, она вам сама расскажет. Ты что, нормально? Ты некромант, что ли? Некромант, сестра. Она и фиолетовая, кстати, смотри, как все сходится. Офигеть! Жизнь за адвокатуру. Сам С. С! Сама! Ага! Я уверена, что тот разговор записался на мой мобильный телефон. А ты умеешь хранить секреты, часть 2. Ты его записала? Туплю, извините. Да, случайно. Я просто забыла, как удалять записи. Ух ты, может у тебя что-нибудь еще интересное записано? Что-то не верится. Забыла, как удалять. Для начала нужно настроить, чтобы она записывала. Значит, у тебя в телефоне есть запись разговора с Мией. Так, давай, послушаем. У нее же не забрали ничего, правильно? Все с собой? Нет, конечно, все с собой разрешают. И статуэтку с собой взял. Хорошо! Да. Ой, я только что вспомнила, что его забрал тот детектив. Ах, все-таки нет, да? Извините. Сомневался? Ладно, ну конечно. Когда увижу детектива Гамшут, спрошу его про твой телефон. Детектив, конечно, полная гамша у нас. Вы помните, что он сразу, не разобравшись, в чем причины, упек в кутузку эту девушку, которая была сестрой. Я вам на бумажке напишу на всякий случай, ладно? Молоко, хлеб, выяснится. Хорошо, смотри, спасибо. На бумажке напишет наше имя, нас посадят после этого. Наш разговор записан в моем телефоне. Просто для дебила. Давайте удостоверимся. Давайте удостоверимся. Вот действительно. Точно записан. Точно записан. Инфа сотка. Это детектив Гамшу, если вдруг кто-то пропустил прошлую серию. Ну, сразу видно, что Гамшу, у него в голове торчит какой-то гвоздь. Это карандашик за ушком. Что, Майя? Да. Я хотел спросить тебя кое о чем. О чем? Кое о чем. А что это у тебя за одежда такая странная, подозрительная? Действительно. А, вы про это? А ну-ка снимай. Все послушники так одеваются. Послушник, она точно некромант. Акалит. Акалит. Грубо говоря, это моя униформа. А ну, проклини рудник, докажи.
послушники. Вроде тех, кто занимается религиозной деятельностью. Ты что, фанатик, что ли? О, нет, у меня все куда проще. Просто золото добываю на шахте. В разведку иногда хожу. Я медиум, начинающий. Понятно. Медиум. Да уж, проще некуда. Медиумы. Давайте. Я думал... День преступления. А может, день преступления по порядку? Я думал, это медиумы, это в инструкциях для поваров написано про стейки. Но нет. Значит, ты послушница. Послушная послушница. Начинающий медиум. Начинай. Ага. Женщины из рода Фэй всегда были очень чувствительны к миру духов. Ты не поняла, Тэй. Это не Фэй, это Фей, просто по-армянски. Женщины из рода Фэй. Мы Фэй всегда умели творить волшебство, Вася. Духов. Погоди, женщины из рода Фэй? Из рода серых псов. Мия тоже была... Наверное, прости. Тоже, наверное, Мия была, прости. Да? Тоже? Ну, конечно! Она покинула горы, чтобы заняться своей карьерой. Я ж говорю, кавказцы! 100%! Эй, слышишь, мы феи, братан! Ну-ка, включай нашу песню! Но медиум, она была просто первоклассным! Офигеть! Вообще медиум. Ну, если на битву экстрасенсов взяли, то первоклассный медиум. Я даже не подозревал, что вы того. Погоди-ка. Что такое? Значит, ты в самом делешный медиум? Это же что-то типа экстрасенса, да? Шарлатанка? Ну, не совсем. Я именно что медиум, начинающий. Тогда, то может... То есть, Бусы купила, но ничего не умеет. Начинаешь. Ну, начала уже. Может, ты Мии свяжешься как-нибудь там, позвонишь? Ох, сейчас чувствую, до демонов ночи уже недалеко осталось. Да, близко, близко. И мы просто спросим, кто ее убил. Сюжет просто уже себе. Все просто. Мне. Жаль. Я все еще учусь. Я пока не в силах сделать что-то настолько сложное. Ой, ну а что ты можешь, воду заряжать у телевизора? Да, было, это было бы слишком легко. Так, ну? Макдональдс. Что не так? Ну, я хотела попросить вас об одной услуге. Ну не здесь же, ну. Опа. По этому адресу находится фирма одного известного адвоката. Можете его позвать, потому что вы что-то вообще тупите конкретно. Сестра дала мне его когда-то. Она сказала попросить у него помощи, если вдруг случится беда. Да, шеф... Память вообще не работает, она типа... В ту же контору, откуда ее привезли сейчас полицию, нам на адрес даст, мы туда приходим. Погоди, это же мы туда, адвокат, твою мать, и пошли обратно. Граф, спасибо. Ну, сразу становится понятно, что по этой фразе, что шеф очень трезво и очень объективно оценивал нашу квалификацию как адвоката. Сестра говорит, если что, вот этого проси, потому что, ну, мой подчиненный вообще полный профан. Не, так не только мы, все, потому что контора же называлась Фэй Партнеры, то есть это не только один чувак был. Да, у Фэй было там... много партнеров, Сереж. Такое и все бывает. Они не очень. Такое бывает у взрослых успешных женщин. И вот я в беде. Не могли бы вы сходить к нему и попросить защитить меня? Какое унижение. Так, ребята, ну наш корпоративный дух, наша гордость должна нам подсказать правильно. Да пусть идет, господи, согласится. Все, пусть она сама туда, это. Или мы пойдем туда. Какой ты обидчивый, Сережа. Мне кажется, если мы согласимся, появится просто новый персонаж. Опыт надо. Давай всегда, всегда говори да, поехали, соглашаемся. Конечно, почему бы и нет? Наркотики? Конечно, почему бы и нет? Я попрошу.
Большое спасибо! Мне больше не у кого просить помощи. Ё-моё, она продолжает нас унижать. Потому что ни одного адвоката в этой комнате я не вижу, да, добавь? Так, а вот надо было значок адвоката показать ей. А, вы не показали. Точно. А может, сейчас покажем? Да уже поздно. И не просто показать, его к своему, к своей папке с делами привязать. А как же твои родители? Может, они адвокаты? Медиумы? А, видишь, там все. А, нет, только женщина. Что-то с ней не то, она... Хорошая игра, заклинила, что ли? Так, я понял. Я понял, не переживай, все сделаю. Родители уже все того. Спасибо! Слушание состоится завтра в 10:00. Че? Что? Что? Завтра? Завтра. Какое у них оперативное судопроизводство. Да. А вдруг кто-то адвокат откажется? А Миша год ждал. Мне сказали, что в этом случае мне назначат государственного адвоката. А это я. Собственно, да. Приятно познакомиться. Так, и сколько у нас времени получается? Это нужно сделать до 16:00. Блин, до 16:40, я бы сказал. Я еще поспать успею, нормально. 36 минут осталось. Часы посещения почти стекли, надо поторапливаться. Хорошо, я скоро вернусь. Ну, день преступления, давайте, закрываем. Все может пригодиться. А можешь рассказать, что случилось в день убийства? Лоу, мы же спрашивали уже. Извини, я знаю, как это трудно, конечно. Нет, все в порядке. Ее убили тупым предметом. Я зашла, навалялась в луже крови. Все разливалось, воняло. Это было так волнительно, волнительно. Ух. Последние пару часов я только об этом и говорила. Да, ну значит совсем просто будет. Я уже даже привыкла. Может, она ее правда грохнула? Так, утром мне позвонила сестра. Она хотела, чтобы я подержала у себя улику для предстоящего слушания. Она позвонила еще живая или уже мертвая позвонила из мира духа? Дежавю. Так. Часы, видимо, слителя, которые смастерил Ларри или Гарри. А вы умеете тянуть время? Они уже фактически приобрели статус серийного убийцы. Это да, посадим часы. Это разные часы. Давайте посадим часы, я считаю. А во сколько ты пришла в офис, а? Около 21. А вот я проверю. И где-то шлёндралась весь день. Медиум. Свет был выключен. И я почувствовала запах крови. Они а что, все вампиры, что ли? Я не пойму. Почему они все так чувствуют запах крови? Вот мне, например, даже если кровь в ладошки нальют, я все равно не почувствую запах. А тут прям у всех такое обоняние острое. Т, тогда. Я и нашла ее, сестренку. Спасибо, конечно, Майя. Ничего нового ты не изложила. Ну да, как бы все, мне больше ничего не надо от тебя. Все? Б, назад. Идти? Зачем? А, показать! Давайте мы ей покажем, что мы тоже адвокат. Извините, я это впервые вижу. Может, мы ей не то показали? Ты медиум, вообще могла бы уже догадаться, что мы тебе покажем. Давайте мы порофлим и покажем ей записку от нее же. Так, насчет твоего телефона. Его забрал тот детектив, когда меня арестовали. Разговор слабоумных. Так, значит, он там, что постараюсь забрать его, когда увижу с ним. Все, больше дайте им больше ничего не показывать. Ну, Майю покажи, единственное, что... Так мы ее показывали, мы показывали ей. Прошло время. А, думаешь, забыла? Время пришло. А ты помнишь тот чек, а? Вы. Имеется в виду тот, на котором написано мое имя? Да. Как думаешь, почему она? Понять не имею. Я еще не задал вопрос. А, в отказку пошла. В отказку пошла. Она медиум, Миша, она прочитала твои мысли просто уже. Блин. И она поняла, что ты не справишься с ее делом, поэтому и попросила адвоката. Вы мне верите? Конечно. БСП же дал установку совсем соглашаться. Да, это прикольно. Я тебе не верю.
Верю. Оказывается, верю. Но почему? Но почему? Я ж не сказал тебе ни слова правды. Разве вы не думаете, что это была я? Думаю. Но не скажу. Не, я так не думаю. Хотя это просто интуиция, но все же. Тогда... Тот детектив думает, что это я ее убила. Что опять надо? Покажи статую. Статую? Да. Он думает, что ты убила ее вот этим. Так, по поводу твоего орудия убийства. Бедная сестренка. Эту тему сейчас лучше не поднимать. Ну и последнее, что мы не показывали. А мы их с собой взяли, лол? Да, таскаю сколько в карманах. Они лежали рядом с телом шефа. Я тоже их видела. Красава. Полицейские считают, что это могут быть осколки разбитого торшера. Да, очень похоже на то. Хоть я и не помню, чтобы у нас раньше был торшер. Ну что, все логично. Он принес с собой торшер и разбил его. Об голову охранника. Я надеюсь, что это фотографии все-таки. Давайте пойдем. Они реально, он с места преступления выносит. Ну в офис обратно нет смысла возвращаться. А торшеры-то почему? Нам это там надо. Посмотрите, там торшеры. Адвоката, часы тикают. Да, Гок адвокат. Торшера нет. Торшера нет, но он разбил и унес. Нет, торшер там лежал, просто фишка в том, что его не было изначально. Да. 6 сентября юридическая фирма Гроссберга. По словам секретарши, босс отлучился. И она не знает, когда она вернется. Тогда сначала идем в наш офис. Наверное, когда ты известный адвокат, то нелегко за всем уследить. И тем более заведовать таким офисом. Такую картину. Таким офисом. Ух, каким. Ладно, зайду позже. Время-то есть у нас еще, да, до 4? Давайте изучим. Картину посмотри, а остальное не важно. Почему? Нет, торшер мне уже. У меня сейчас каждый торшер будет привлекать. У меня теперь, да, тоже. Эта картина раздражает меня, прям бесит с самого момента, как я сюда зашел. Масляная краска настолько густая, что ее запах ударяет мне в нос. Что, только что написанное, что ли? Потому что обычно картины так не пахнут. Да, свежак. Часто нюхаешь картины? Дальше. Вообще. Да и сама картина, должна быть, здорово ударила по кошельку того, кто ее купил. Потрясающе. Ну теперь-то мы знаем, что он... Транжира. Дорогое комнатное растение. Понятно. Понятия не имею, как оно называется. Но, наверное, дороже его не найти. Конечно! Это оценивает стоимость растения, я не могу понять. Это волосы самого Моргенштерна здесь. Он курит. Столик для клиентов. Самый дорогой в мире. Для клиентов. Поэтому... роскошный... Эбеновый. Эбеновый? У вас эбеновый футляр. Это ругательство новое. Это эбонит, потому что эбони. Там английское слово, скорее всего, было. Хотя... Какой эбеновый футляр? Какой-то эбеновый офис, если честно. Так, пойдем. Да, не эбеновое дерево, что я говорю. Все верно. Даже мне заметно, что кое-у-кого денег кур не клюют. Подрежь зажигалку. Торшер. Крепкий рабочий стол из красного дерева. Так сразу не сломаешь. Отполирован до слепящего блеска. О, я слеп, ребята. Ну, конечно, дорогостоящий книжный шкаф из красного дерева, заполненный дорогостоящими книгами. И дорогостоящим, кто там у нас еще? Глобусом. Такое странное ощущение, что их вовсе не читали. А это последний медведь из красной книги. Глиняный, бурый, серый медведь. Их осталось двое. Один из них уже в офисе. Все, ребят, мы изучили. Чувак, короче, живет на всю катушку. Давай, на БСП мотай. Пошел я. А куда идти? В следственный изолятор? Фэй партнеры, давай посмотрим, что там изменилось. 6 сентября, юридическая фирма Фэй и партнеры. А время какое? Офис битком набит полиции. А где они все? Они тщательно ищут улики. Они все убили. Они скрываются за горизонтальной плашкой вот за этой все. А как вообще адвокат может взять улики с места преступления, а потом их использовать в суде? Я про что тебе говорю, взял торшер, вынес. Ну, я к тому, что как бы...
Ну, я надеюсь, что это просто типа фотки, момента такие штуки, которые мы типа показываем, но сами физически они находятся у следователей все. Угу, кто будет озвучивать загадочный я голос? Я не уверен. Он такой, эй, ты! Пёс! Там вообще гопники приходили. А, это нет, же... не гопники. Давай. Детектив! Это место преступления, приятель. Посторонним вход воспрещен. У него перепад настроения будет такие. А, слушай, а мы с тобой не раньше не встречались? Ну, как ты помнишь, два года назад мы встречались, потом расстались. Ты меня бросил, гад! Стой, ты же этот, как его, бац! Так ведь? Нет, я бум. Не-не-не, я Феникс Райт. Как можно спутать меня с Ларри или Гарри? А почему удар кнутом так был? А-а-а, видать, ошибся, извиняй. Мистер Рай. Так вот, ты теперь тоже виновен, поэтому надевай на него наручники и поехали. Харф, спасибо. Мы красавцы. А особенно детектив Ганджо. А я? А ты тоже красавец, ты. Этот бац, он же... Мужик. С чем нормально мочишь? С вами-то понятно, а я? А я? Я же лучший мужик. А вы не убийца? Отличный детектив, я считаю. А слушай, может он как Коломбо прикидывается идиотом, а потом просто раз и просто выводит на чистую воду всех. Выводит. Его призвали невиновным. Рафик невиновный. Ну да, а вы... Детектив Замша. Детектив Шугарин, детектив Замша. Че, унижаем, нет? Гамшу не надо, давай не будем. Я думаю, это проверка на... Не злите детектива. Так. Гамшу. Гамшут. Да? Дик. Не повезло с именем. Гамшу. Так точно. К вашим услугам. А я Дик коллеги адвокатов, если вы понимаете, о чем я. Что нас своим кнутом бьют? Стоп! Для тебя, детектив Гамшу, приятель. Он какой дружелюбный, смотри. I'm not your friend, buddy. He's not your buddy, pal. I'm not your pal, friend. В общем, what запомни, как меня зовут. Это из South Park, будем заби. Забил уже. Не вздумай звать меня по имени. Эй, член, иди сюда! Да, сэр. А почему он полицейскому говорит «да, сэр»? Чего у них такая странная субординация? Детектив полицейскому говорит «да, сэр». Ну, потому что он у них на побегушках. Он им кофе приносит. Может, он вообще не детектив здесь? С, сейчас. Сейчас подойду. Вот вы видите, наглядный пример дедовщины в правоохранительных органах Соединенных Штатов Америки. Или что это за страна? Так, ну, игра японская, наверное, через призму. Хм. Ты адвокат, так ведь, приятель? Если у тебя тут дела, то лучше не тяни. Не тяни? Никаких тян, никаких, мы не тянем вообще. Блин, это странная трансформация. Ты же не специально это сделал, судя по реакции. Вот все, вот женатый человек, а все да. О тянках думает. Специально. Фух, он решил, что я адвокат Мии. Повезло. Майи, Мии уже адвокат. А я адвокат Майи, вот повезло. Ей же только патологоанатом пригодится. Так, изучаем пацана. Что у него за... А, нельзя изучить его... Любимое комнатное растение Мии. Торшер ищи, торшер. Название у нее очень странное, никто не может запомнить. Но оно такое же дорогое. А, нет, чуть менее дорогое. А это Дроздов, это кардиолина прямая, приятель. Николай Николаевич, вы что здесь делаете? Приятель. Кто это сказал? Пэл. Судмедэксперт какой-нибудь там местный. Не облачко на небе, а я мрачнее тучи. Какой он? Дай на небе туч. А, вон и отель, прямо через дорогу. Постер какого-то старого фильма. Кажется, это был первый фильм, пробивший Мии в грудак. Пробивший Мии с вертухи. Надо как-нибудь его посмотреть. Ужасающих масштабы коллекции юридической литературы. Но еще ужаснее то, что Мия, скорее всего, это прочитала. И как ей это помогло? А у меня там заначка, чирик. Стол Мии. Идеально чист. Как всегда. Тут не хватает только... На столе? Прямо на столе не хватает. Ход мыслей.
Да, мы любили Мию на столе. А что? Имеем право. Телефон, телефон проверь. Телефон уже тыкнул. А, он да. Неактивный, да, уже? Все тыкнуто, ребята, все тыкнуто. Тогда назад. У меня лупа застряла в лампе. Торшер. А вот нефиг ее туда сувать. Назад нажми. О! Поговорить, так, показать. Попробуем поговорить все опции диалога, чтобы можно было того. Давайте о Мии поговорим. Так, по поводу мисс Фэй. Вы уже провели вскрытие? А он то я хотел бы прийти вскрытие, посмотреть, он, да? Он детектив. Что? Хочешь узнать результаты или... Сейчас так, будет классическое. Опа. Пациент умер в результате вскрытия, да? Так, не смотри на меня, мы все об этом подумали, приятель. Не поможет. Мы уже все посмотрели. Да, она была твоей начальницей, но на особые отношения не рассчитывай. А начальница как раз рассчитывала на особые отношения с нами. Странно. Ну ладно, ладно, я сделал фотки, не парься. Можешь взглянуть на отчет, но на этом все. А что мы еще могли просить? Отчет о вскрытии Мии. Че, посмотрим отчет? Куда? Ну, мы же смотрели уже. Не переживай, у нас есть... Причина. Удар тупым предметом. Как все стабильно-то, а? Смерть наступила мгновенно. Не, там вследствие кровопотери в первом было. 21.00. Она пришла в офис 21.00, все, все четко. Ровно по времени умерла. Так. Да. Ровно тайминг 15. Отличный. Как у Фоги Экспанды. Насчет Май. Ага. Жду не дождусь начала процесса. Я тебя уничтожу. Mm-hmm. Извиняй, приятель, но выиграть его тебе не удастся. А мы тут, детектив, тут вообще при чем? Я не знаю, может он прокурор? Может он еще и прокурор, да? Почему? Детектив-прокурор. Новый супергерой. Да-да-да, почему это? Ну, больше уже сказал. Потому что на стороне обвинения будет сам прокурор Эджвард. Эджвард мне ноги, ё-моё! Ну все, ребят, расходимся. Это же сам Эджврот. Как бы ничего не сделать. Из семьи Эджвортов, Бонич. Эджвротов. Ротшильдов ты имеешь в виду? Думаю, ты понимаешь, что это значит. Ты же адвокат и все такое. Нет. Ну. Пока непонятно. Хотелось бы пояснений. Эджврот, сейчас нам пояснят. А, пояснят? Прокурор, извините, я просто на него смотрю, анимация такая. Прокурор Эджврот. Все верно, приятель. Мистер Майлз Эджвард, собственной персоной. Постой-ка, ты же о нем слышал, не так ли? Конечно, да, конечно, конечно, да. Конечно, нет. Давайте унизим его. Пускай он нас напугает. Никогда о нем не слышал, но он им какой-то. Ого, и ты еще называешь себя адвокатом? Приятель. Это мой брат! Меня сейчас... Это мой брат двоюродный, о нем все знают. Выпадет. Майлз Эджвард стал прокурором 4 года назад. А это послужной список ОГО. Когда ему было всего 20 лет. Понятно. Батя, видимо, на там. На худгейме его все чморить будут. Согласен. Синевик. Там, похоже, батя забашлял за него. Все считают его гением. Удивлен, что ты о нем не слышал. Нет, стандартная тема для аниме. Там всегда все молодые, все гении. Конечно, я о нем слышал. Просто я прикидывался. Он холодный, бессердечная машина, готовая на все ради обвинительного приговора. Мы такая же, только ради оправдательного приговора. Ходят слухи о всяких сомнительных сделках и фальсификации улик. Но уверен я лишь папа в одном. Эджвард ненавидит преступников всей своей душой. Не думал, что так скоро с ним столкнусь. Да и что? Расспросились. Ну мы пока, получили бас. Дальше. Давай покажем значок адвоката. Смотри, что у нас есть. Время смерти. Видел когда-нибудь такие? Сестрой, наверное, разговор лучше не стоит ему показывать. Пока раньше вообще, времени. Вообще, может быть, это триггернет диалог. Кстати, по поводу да. телефона? Да, надо бы тыкнуть. Записку. Мы можем попросить доступ к уликам, если мы ее адвокат, теоретически? Я тут хотел попросить, вы не видели мобильный телефон Майи? С камерой, мне позвонить надо. Ее телефон? Да, он у меня. Майи-то батарейки сели? А не могли бы вы мне его отдать? Телефон да нет. Сейчас. Не вопрос, в смысле, погоди-ка, приятель.
Какой пронырливый адвокат. Сейчас ты у меня нырнешь в окно. Ой-ой, он меня раскусил. Я бы честной была. Быть честным, конечно, да. А что такого-то? Какие вы моралофобы? Ой, моралофаги. Я запутался. Моралофилы. Ха, если я скажу, зачем мне телефон, то он ни за что не отдаст. Потому что честным в наше время быть нельзя. Что-то не так? О, нет, просто вы же знаете, детектив... Не знаю, приятель. Он как в Думе, знаешь, это по сторонам смотрит глаза. В этом телефоне много номеров, например, номер ее парня. А я давно на него глаз положил. А он уже свободен, получается? Да. Там скрыты все самые потаенные девчачьи секреты. Я бы же девчачьи! Он свободен, а Вилли нет. Мы нажали соврать и сразу врём после этого. Автоматически причем. А! Хватит пудрить мозги, приятель. Я уже проверил все и выписал. Впечатляюще, вы прекрасный детектив. Ага, ну ладно, можешь забрать телефон. Я просто... Там тоже батарейки сели. Как это, как? В конце концов, я не обнаружил ничего подозрительного. Можешь труп, в принципе, из морга забрать, он там нахрен не нужен больше. Я в трупе не обнаружил ничего подозрительного. Обычный труп. Мертвый. Их сотни вообще. Похоже, он вообще не соображает, что происходит. Изи. Давайте при нем послушаем. А проверьте материалы дела, чтобы услышать записанный разговор. Думаю, я спросил все, что хотел. Закончил, приятель? Я еще не начинал. Ну ладно, да, спасибо. Пойду я, пожалуй. О, постой. Вы арестованы. Вы арестованы по подозрению. Дай-ка обратно телефон. По подозрению в краже телефона. Да. А там наркотики, да. А внутри телефона наркота. Хотелось бы еще кое-что обсудить. Как тебе патч последний по варикам? Ты не планируешь разговаривать... ты не планируешь разговаривать со свидетелем? Нет. Надеюсь. Потому что я уже застолбил дело. Ой, дело. Время с ней. Розовые волосы, все дела. В любом случае, лучше не стоит. Лучше не стоит. Нет, там лучше уже не стоит, не может быть. Да. Даже не вздумай давить на нее своими адвокатскими штучками, приятель. Я просто массажировал. Я просто обычными штучками давить на не адвокатскими. Ау! Рот у нее как у Распутина и Маши в молодые годы. Честно говоря, я совершенно про нее забыл, она все еще стоит и орет. Глубокий. Глубокий рот. Со свидетелем? Ага, мисс Эйприл Мэй. Что? Что? Это Фэй, а это Мэй? Фэй Мэй. Не балует разнообразием. Извиняй, конечно. Но я не могу ничего о ней рассказать. Ну ладно, ну запросишь. Я совершенно не могу рассказать, то, что она находится в отеле в таком-то месте. Да это и так мы знаем, через окно же видели. Насчет имени вы уже проболтались. Мисс Мэй, значит, да? Да? Да, выходит, вы уже отпустили ее домой. Племянник Питер Паркер. Ага, вот и твои адвокатские приемчики. Ей запрещено покидать свой номер до начала судебного процесса. Ты вообще на карантине там сидеть должен. Домашний арест. Блин, значит, она все еще в отеле напротив. Офигеть, это логика. Видимо, я зря надеялся, что можно просто так взять и вытянуть из детектива сведения. Нельзя просто взять и вытянуть. Вот именно, приятель. Пора навестить мисс Мэй. Тетушка Мэй. Фэй. Или Тэй. Запись содержится... Давай осколки ему покажем еще. Давайте покажем ему телефон. Ну, прям совсем порофлим над ним. А зачем осколки? А если отберет? Вот я нашел осколки. Ну и пусть забирает осколки. Ну, мы у него телефон забрали, нормально. Честный обмен. На месте преступления, между прочим, было обнаружено разбитое стекло. Мной. Верно? И я его только сейчас вам показываю. Потому что творю, что хочу. А, это? Это херня. Похоже, рядом с погибшей упал стеклянный торшер. Сереж, там у тебя там черепахи, по-моему, размножаются, судя по крикам. Нет, это у меня. Кошачьими мявками, да? Отсюда и осколки.
Спасибо, детектив. А, вот. Вы просто гений. Может, не стоит показывать. Да, пофигу. А рядом так с погибшей еще, кстати, клочок бумаги лежал. Может, он ее сейчас выпустит теперь? В прошлый раз он закрывал наручники после этого. А, окей. Да. И на нем было написано имя убийцы. Что? Почему? О, господи, детектив, ё-моё. Я детектив. Перечитай романов Агаты Кристи, по-моему. А вы вообще уверены, что написала именно Майя? Мия. Учитывая обстоятельства, сложно сказать наверняка, ее это почерк или нет. Почерк. Ну, это написала, либо она, либо Times New Roman. Кто-то из них двоих. Значит, никаких доказательств, что это... Ага, нет, никаких доказательств, что это написала Мия. Окей. Все? Доливаем, все, погнали, погнали, погнали. Пока. И... Куда идем? Отель Gatewater. Так подождите, а в следственном изоляторе ее уже нет, да? А зачем она, кого нет? Ну это... Ну это Майя? Это та девочка? Зачем она нам? Ну а зачем она нужна сейчас? Мы сначала получим всю инфу, обойдем всех людей. Пойдемте к женщине, да, напротив. Возле столика напротив. Оу, она уже 6 готова. 6 сентября, отель Gatewater. Вода. А что у нее отвертка Гомер. Слева в этом? Ну, она... ЗОЗ! Ту-ту-ту! Ну, она сантехника. Шампанская отверточка открывает для себя. Ага. О, приветики, красавчик. Я не понял, что с тобой? Ты покемонов не смотрела? Здрасте. Может, она инвалид, но у нее с руками что-то не так. Парализованная. Вот этими руками я все. Это может она и писала на записку тут. Молодец, Райт, просто молодец. Кстати, БСП стал темнее. Сможешь свет в комнате включить? Тебя не видно вообще. А, привет, адвокат, да? Детектив мне про тебя говорил. Он сказал ни слова этому адвокату, подруга. Так, на будущее сказать Гамшу за дополнительные проблемы. Божечки, я словно в фильме очутилась. Про инвалида? Какой она вообще свидетель, вообще, я не понимаю. Что она могла видеть? Это так волнительно, что я вас сдерживаюсь. Ну не сдерживайся, давай, по полной. Ух, пойду припудрю носик, чтобы соответствовать роли прекрасной свидетельницы. Она еще и кокс нюхает. А это и видно, кстати. Так, мне жаль адвоката, которому придется ее допрашивать. А почему жаль? Не знаю. Изучить. Отвертку тащи сразу. Опа. Из ящика комода торчит отвертка. Она же такими ручками вообще не может. Интересно, что внутри? Сейчас узнаем. Что внутри отвертки? Закручивать. Эй! О! А что ты делаешь? А ну-ка, руки прочь! А у меня что, фетиш по отверткам. Что, шалила эта отвертка, детка, а да? А что у нее с глаз дергается, а? Вы видите? А она, типа, невротик. Спалили мы ее. Потому что у телефона были отвинчены эти штуки. Да. Может, она с псом разговаривает каким там еще, я не знаю. Бонич? Ты? Пес? Майкер? Что происходит? Ты зависла, что ли? Подожди. Ты зависла. На таком стоп-кадре было удивительно. У Бонича сохранился этот стоп-кадр? Конечно. У меня все сохраняется. Я все записываю. Ты как детектив Гамшу? Что делать будем? Да, она возвращается. Было в прошлый раз такое же. А ты будешь этот через Google переводчик пока. Помнишь? Там вбиваешь, он все читает. F-U-H. Нет, не настолько он так читает. Просто, ну сейчас да. Бей. Ну ладно. А тут нету кнопки L, чтобы она все читала, как у Каданцева. Бонич, нажми кнопку L английскую. Сейчас лот произойдет. Нет, ничего не происходит. Да, смотри, вообще. Все читает.
Как у Каданцева. Так, давайте думать. Логическая цепочка. Значит, это отвертка. А почему вы думаете, что это отвертка она притащила из офиса? Да она не притащила, это чувак притащил ей и сказал избавиться. Она, скорее всего, забыла и положила просто в эту. Потому что, очевидно, она какая-то это. Хотя она скорее. А как она выкинет отвертку, если у нее лапки? Бонич, ну как-то зажать между двумя обрубками можно тоже, знаешь, и выкинуть что-нибудь. А мне кажется, она сейчас двоечку пробьет вообще. Да. Может быть, кстати, да. То есть ты думаешь, она это? Да, да, да. Защищает важные места. Или она в каком кулаке монетка, угадай. Так, что там ты? Ты реконнектится, может. Ну как так, а? Свет отрубили в доме. А может она это просто грудь может себе сжимает, быть. Чтобы она там типа нагляднее демонстрировалась. Я просто любые варианты перебираю. Не знаю, может она не хочет нам свой маникюр показывать. Считает его отстойным. Неудачно сделали. Может она это, помнишь? Алло, простите, обновление у Windows работало. Песенка про утяг была. Это от меня привет. У нас есть специалист, поэтому... Да, ты мне пиши, если что, я тебе расскажу, что нажать надо. Фу, плохая девочка, плохая девочка, плохая Саша. Давай, читай. И вот она в процессе танцев, мы ее заставили, собственно говоря. Плохой мальчик. Н, не. Не надо рыться в чужих вещах, понял? С чего вы вообще взяли, что это отвертка? Может, это из секс-шопа что-то? Больше ты вебку не по, на экране стрима не поэтому. Ты не хочешь меня расстроить? Расстроить? Расчетверить хочу. А что, вебка есть? Не, просто она у тебя, когда ты альтабаешься, она не перезахватывает потом. Все, перезахватила. Повесил. Угу. Все нормально? Проверьте. Да. Расстроить? Да она сейчас чуть не взорвалась. Так она поплыла. Интересно, что же там в этом ящике. Интересно. Погнали. Так, давай изучаем дальше. А, она отодвинулась так прикольно. И все-таки. Что там внутри? Потом посмотрю. Потом посмотрю, говорит. Надо сначала налить. Чтобы посмотреть, что у женщины внутри, надо сначала... Нет, давай... Давай посмотрим, насколько дорогие цветы, Бунич. Цветы. Искусственные, конечно же. Надо в окно посмотреть. Тюльпаны от подсолнухов я еще отличу, но на большее, почаще ботаники я не силен. А как он определял стоимость цветов тогда? Интересно. Ну там все видно, что дорогое. Фотография. Стоп, а может это картина? Там что-то с младенцем. А, неважно. В общем, на стене что-то висит. По-моему, там мужчина. С младенцем. Мужчина с младенцем на руках. Отец-одиночка. Из окна льются лучи сентябрьского солнца. Какое окно? Я на шампусик навел. Это фирма называется. Больше так. Прямо напротив отеля. Отсюда довольно хорошо видна обстановка офиса. Может быть, из этого номера она следила, когда Мэй Фэй Тэй зайдет в офис? Не-не-не, скорее всего, они специально. То есть там же подсказка была на обложке главы. Там был вот этот чел в перстнях, который грохнул ее. И вот эта чувиха рядом с ним. Скорее всего, она его соучастница, и она специально сняла номер здесь, чтобы ложное время вызова полиции сделать, когда сестра приедет туда. Еще раз, что? Все. Короче, я не знаю. Все построено. Обычная кровать. И все? Похоже, ее недавно заправили. Ничего подозрительного. В 95-м. А вот отвертку я посмотрел, да. Все, хватит пялиться на чужие отвертки, Сережа. Давай теперь покажем что-нибудь. На шампусик нет, точно никак. А уже. А не, ниже, нет, просто нет. ниже. Во! Офигеть! На столе стояло два бокала и бутылка шампанского. Может, она любила как гусара с двух рук. Ну! За Россию! Ха-ха! Да, понятно. Наверное, она снимает номер не одна. Ну, а, скорее всего, она снимает номер с каким-то слесарем, судя по отвертке. Все. Отверткой. Поговорить. Поговорим-ка мы со мной. Могу я вас о чем кое-чем спросить?
Расскажите, пожалуйста, что вы наблюдали во время инцидента? Ого! Наблюдали инцидент, словечки прямо как киношных адвокатов. Люблю... Вау! Тэй, это фраза для тебя, давай, просмакуй ее, прочувствуй. Люблю мужчин с большим словарным запасом. Тэй, дело не в размере словарного запаса, а в том, как ты умеешь им пользоваться. В том, как ты его смакуешь, да, я в курсе. Да. Надо с ней поосторожнее, конечно. Че ты сглотнул-то, Миш? Не надо. Это она должна... Ну, так что вы, в смысле, увидели этим вечером во время того случая? Что в тот момент произошло? Вот тем вечером. Во время того случая. Что случилось тогда? Что тогда приключилось? Что тогда было? Что вы видели? Давайте еще. Не могли бы вы рассказать мне об этом? Ну, пожалуйста. Поведать, изложить, повествовать, выложить, донести, описать. Бонь, харе словарь читать, синонимов уже, давай. У меня большой словарный запас, Серега. Дай-ка подумать. Так, ну, размечтался. Это мы уже поняли. А было-то что? Если вы так хотите знать, то приходите завтра в суд, мистер адвокат. Так кто ж нас пустит-то в суд? Боже. О боже, это пух, это сейчас пух прорезался. О боже. О май гад. О май гад. О боже. Вы не могли бы рассказать мне о себе? О, мистер адвокат, вы со мной заигрываете? Нет. Я просто выполняю свою работу. Знаешь, ты такой милашка, как ты краснеешь. Это аллергия просто у меня на цветы. Знаем мы этих развязных тёлочек. На словах такие все пошлые и порочные. Когда дело дойдет, такой, не надо там меня трогать, я боюсь. Вот серьезно, я никогда в жизни так не краснел. Скажите, пожалуйста, а кем вы работаете? Проституткой в этом отеле. Ну... Не скажу. Ты же был... Ты уже было? У нас уже было? Я просто не помню. А ты уже был обрадовался, да? Не скажу, просто намекнул. 3000 в ночь. О боже! Пох, ну... Пох, Юрий, пох. Так, на столе стоят два бокала. В комнате стоит два стула, детка. На одном пике точеные, на другом адвокаты разозленные. С вами в номере остановился кто-то еще? Ого, какой ты наблюдательный. Наверное, это один из тех известных детективов, который показывают в телевизоре. Да, в программе «Час суда». Не-не, я вообще не такой, я просто обычный адвокат. Слушайте, мистер крутой детектив, а поищите-ка улики в мусорке, а? Кстати, неплохая идея. Ты там свои прокладки, что ли, выбросил? Мисс Мэй не нравится пронырливый адвокатический фит. Мисс Мэй не нравится мисс Мэй пронырливый адвокатический фит. Слушайте, а я не пойму, она и в суде так будет говорить? Я не знаю. Что... Простите. О боже! Боже. Поговорили, короче. Давайте что-нибудь покажем. Так, что покажем? Значок адвоката? Она наверняка на такие золотые бирюльки ведется. А, мы не можем ничего ей показать. Лол. Может, ты в меню так, не вышел? Надо нажать показать сначала. Ну-ка, смотри. Смотри, что у нас есть. Пардон, ты уже в курсе, что я свидетель на стороне полиции? Понимаешь? Как я вообще могу делиться с тобой информацией, а? Нам не надо еще. Ну, потому что с друзьями надо делиться. Я свидетель. Ну, прям в кино очутилась.
Давай ей треснем теперь, да, тоже. По башке разок. Покажите ей удар. Продолжаем серию. Ну, пардон, короче, ты же в курсе, да, то, что я там, понимаешь? Так, понятно. Понятно. Да, просто, хватит. Просто проверим. Не, ну надо же ей что-то показать. Сейчас мы ее прокликаем по-быренькому. Бонч, погоди. Такая тема, что он когда-то... Опа! А, это ты прослушивал просто сам сейчас диалоги. Это то, что в самом начале. Майя! Мия, как дела? Ты так давно не звонила. Вообще, я звоню, чтобы просить тебя кое-что, могу понять, как что-то... Там это уже читали. Это вот тот самый диалог, который мы в самом начале слышали. Когда ты нажмешь на отвертку, он сказал, что посмотрю потом. То есть это намекает, что будет время, когда ее не будет здесь. Все, давайте я сходим. Просто проверил. Сходим к этому кретину, который... Пойдемте к Гроссбергу. Юридическая фирма, да-да-да-да. И потом вернемся сюда, на всякий случай. А где зомби? Что это вообще? Так, он, похоже, даже не знаю, с чего начать. Долгая история, Бабахтун. Ну, тогда просто подожду его тут. А, есть опция подождать. Никогда не слышал, чтобы кто-то так наигранно прочищал горло. О-хо-хо! Значит, что-то вы меня разыскивали. Ну, да, я. Он похож на капитана Врунгеля, который... Чем я думал. Он похож на капитана Врунгеля, который хорошо отдохнул в Турции. Такой прям... Христофор Бонифатич, да, похоже, да. Дело табак. Это значок на лацкане. А, так вы адвокат, не так ли? Да, да. Ну да. И с каким же намерением вы пришли? Нынче я не слишком-то занят, прошу, я вас слушаю. Не занят? Тогда почему с вами никто не смог связаться? А со мной никто не хочет связываться. Что-то не так? Вы ж хотели увидеться с единственным и неповторимым Марвином Гроссбергом, верно? Ну вот я, мальчик мой. А ты будешь моим мальчиком. Чего желаете, я вас слушаю. Ну, сэр, я пришел поговорить насчет Май Фэй. Скорее всего, сейчас нам этот стоимость скажет, и мы такие, так, понятно. Да-да, Майя Фэй, продолжайте. Чё с тобой? Что с ним не так? Ай-яй-яй-яй-яй-яй, убили негра. Мальчик мой, напоминаю, ты будешь моим уже на следующий день. Я весьма занятой человек. Я не могу браться за дело, процесс по которому уже завтра. Нет, это совершенно невозможно. $5000. Конечно, что с чего мы начнем? П. Постойте. Откуда вы знаете, что слушание состоится завтра? А? А? В общем... Боюсь, я не могу защищать ее в суде. Простите, по-моему, ему забашляли какие-то большие деньги, могущественные, влиятельные люди, чтобы он не защищал ее в суде. Как вы думаете? Разговор закончен. Точнее, со стороны обвинения находиться. Что происходит? Я даже не успел попросить, а он уже отказал. Ну, то есть, как бы... Да он тебя знает, намекнул. Слушание... Миша, он тебя намекнул. Пока не станешь мальчиком его, никаких слушаний, никаких просьб. Что же я скажу, Май? Изучим, ублюдка. А, нет, пожалуйста. Я все понял. Вот откуда столько дорогих вещей. Он защищает только нужных людей. Давайте поговорим. Тыщ, по роже ему. Вы не можете просто так взять и отказаться. Нано. Прошу, скажите, почему вы не хотите брать дело? Знаете ли, правда в том, что я занят, знаете ли, правда в том, что я занят. Но ведь клиент, сестра Ми Фэй. Офигеть просто, и чё? Ми, вам доверяла, она думала, что вы позаботитесь о Майе. Да, разумеется, конечно, я знаю. Однако... Прошу прощения, но я вынужден отказаться. Извините, до свидания. Это же подлый...
прыщ. Это мы ему в лицо прям говорим, да? Ладно. Нет у меня времени на споры с вами. Пойду искать другого адвоката. Тебе нужен Каданцевский. Как сделать припёрся с тобой, мудила? Не найдёте. Что? Что? Что вы сказали? Я сказал, что вы его не найдёте. Че? Что? Что вы имеете в виду? У меня очень, очень, очень хочется в туалет. И жаль очень сильно. Боюсь, никто из более или менее сносных адвокатов не возьмется за это дело. Очень сожалею, мальчик мой. Блин. Почему? Ну, пати. Я, короче, не могу вам об этом сказать. Нам всем забашляют. Только не в городе. Я перегружен. Прошу прощения, но не могли бы вы меня немножко покидать чуть-чуть? А сейчас же... Мне больше не о чем с вами разговаривать. Что здесь вообще происходит? Происходит подкуп. Мия Фэй, откуда вы ее знаете? Она работала здесь. Очень давно. Она была такой, ну, понимаете, да, выдающейся ученицей. Жалко, она не была мальчиком моим. Изучила, так сказать, мою технику, да, понимаете, да, да, понимаете, в мгновение ока, прям оком изучала все. И однажды она неожиданно объявила, что уходит. Вы знаете, у нее была какая-то тактика, и она ей придерживалась. Тактика? Это было видно по ее оку. Она следовала за ней, за этой своей тактикой, с таким страстным энтузиазмом. Шла вперед такая, шла вперед и никогда не оглядывалась, пока не врезалась в колонну. Какая необычная картина. По щам тебе, козел. Ага, ну вы заметили. Это моя краса и гордость. Впечатляет, не правда ли? Ну, не правда ли? Не правда ли? Надя еще по щам. Цвет неба, оттенки моря, плетение соломенной шляпы. Она стоит по меньшей мере 3 миллиона минут. Лет. Да. Но, разумеется, я ни за что с ней не расстанусь. Нет-нет, я не продам ее. Даже вам, нищеброд. Больно надо. Знаешь, что больно? Но надо. Она не продается. Он так часто... Я не покупаю, он так часто уверяет, что она не продается, что он точно хочет, чтобы ее купили, да? Я не знаю, о чем с ним еще разговаривать. Машка, малеха притрушенный. Фляга подсвистывает. Пойдемте? Может, покажем ему? Дай значок адвоката по традиции, покажем ему. На, козел! Прошу прощения, но мне нечего сказать по этому поводу. Такой... Не, ну я думаю, что если он подкуплен, лучше не стоит показывать. Не, конечно, что-либо... уже ему ничего не надо. Не, ну так-то он может что-нибудь сболтнуть. Да, вряд ли. Но ну, это да. Здравый смысл, как бы, диктуешь, не да, надо. Да, чувака может, явно подкупили. Может, просто протыкаем? А вдруг мы испортим дело этим самым? Может, просто протыкаем-то, и это подход не для такого вот случая, мне кажется. Мне да, кажется, он просто сольёт инфу. Мы слишком медленно и внимательно проходим. Здесь значительно проще все должно быть. Просто мы пока еще не дошли еще до... Давай куда в идем? Отель быстренько снова. И потом следственный изолятор. Окей. Ой, она все-таки здесь. Ты все еще здесь? Ну, вряд ли. Да, да, да. Нельзя. Ну ладно, тогда давай изолятор. Давайте изолятор, да. Нужно сказать Мэй то, что... Дело плохо. Что мы не сможем ее защитить, и уже следующую главу начать читать. Да. Опа. А тут 6 сентября, 15.42, следственный изолятор, комната для посетителей. Так, а у нас 4 заседания сегодня или нет? Завтра, да. Конечно. Завтра. Завтра. Или 7 сентября. Завтра в 10. Майя и я дома. Кстати, завтра всех ждут. Я вернулся, чтобы служить. О, это вы! Вы нашли того адвоката? Да. Ну, что же мне ответить?
Ну, знаешь, надо сказать правду. Мне кажется, не стоит с ним связываться. Он какой-то нездоровый. Он здоровый, он здоровый, но одна кожа до кости. Что? Что несет? Как все прошло на самом деле? Неужели он отказался помочь? Да, представьте себе. Да. Ясно. Ясно, понятно. А значит, меня бросили. Ты бросил. Идти. Так. И валим отсюда. Твоя семья. Точно. А как же твоя семья? Моя семья. У меня была только сестра. А в маске никто не будет выходить рассказывать историю? Папа умер, когда я была еще маленькой. И я не знаю, где моя мама. Возможно, мама в соседней камере. Не знаешь. Значит, она еще может быть жива? Так это постепенно превращается в программу «Жди меня». Твою мать! Давай. Обсудим. В течение многих поколений женщины в моей семье были медиумами. О, ясно, короче, понятно. Понятно, почему папа умер. Говорят, что сверхъестественные силы у нас в крови. Сверхъестественные. Примерно в 15 лет назад нашу семью вовлекли в одно расследование. И один человек, он разрушил жизнь моей мамы. Это был мой папа, да? Нахлобучил. Маманя нахлобучил. Ах, гад. А говорил, все будет только в спиритическом мире, да? Как разрушил? Ну как разрушил? Он так был сказать, разрушитель мам. Это его никнейм был в доте. Разрушитель. Мамка в кино сводил мамку ее. Так сказать, пощупал ее спиритическую доску. Мамка твоя та еще доска была. После этого она исчезла. Фига себе он, Дэвид Блейн. А через несколько лет сестра сказала, что станет адвокатом и покинула деревню. О, так это еще и деревенский был медиум. Понятно все. Какой-то камевояжер залетный, видимо, маму нахлобучил. Батя после этого дуба врезал. Так, значит, ты живешь сама по себе? Да, я уже привыкла. И в одиночке тебе не скучно будет. Да. Ну и к тому же... На лесоповале у тебя компания появится. Я должна была стать независимой, чтобы не потерять свои силы. Майя, вилкой в глаз. Сила земли? Так мне ее жаль. Одна одинешенька. На такой-то... На какой-то горе. Горе? На какой-то горе. На какой-то горе. На горе. Откуда инфа? Враг твоей мамы. Ну-ка, посмотрим на этого. Ну и кто был тот человек, который, разрушил жизнь твоей мамы? Примерно 15 лет назад произошло одно необычное убийство. 17. А? Очень громкое дело, судя по всему, все только о нем и говорили. В нашей деревне только о нем и говорили, да. Все три дома. У следователей не было зацепок, они впали в отчаяние. И приехали следователи, блин, чуваки, зацепок нет у нас. Как бы... Это вообще мечта каждой женщины, чтобы не было зацепок. Так, стоп, не говори мне, что они решили прибегнуть к помощи медиума. Естественно. Ты что, не смотрел эту программу, экстрасенсы ведут расследование? Полиция попросила маму связаться с жертвой убийства. Ну да, я так и представляю, вижу это все в официальном протоколе. Медиум связался с жертвой убийства из того света, она сообщила, что убийца почтальон. Почтальон такой, вы че, ребята, вы охренели? Я три дня здесь работаю, все в этой деревне. Она там описывает, как в Гриффинах, рандомного рыжего с одним глазом, и его приводят. И его находят, да. О, а что было потом? Дело было закрыто, как всем казалось. А оказалось, оно не было закрыто. Человек, которого моя мама помогла арестовать, был невиновен. Да ладно. Так она же такой опытный медиум. Очень опытный. И тот человек вышел из тюрьмы, теперь уже все понятно. И разрушил жизнь моей мамы. Все как бы логично. Два раза на столе, потом еще в коровнике ее пару раз разрушил. Разумеется, сотрудничество полиции с медиумом держалось под строгим секретом. Разумеется. Но потом об этом узнал один мужчина и проинформировал СМИ.
Он разрубил во все газеты, что моя мама была мошенницей, и они на нее накинулись. А она была не мошенницей? Мама стала посмешищем для всего народа. Да, какая бедненькая, всего лишь упекла за решетку невиновного человека, вообще. Давайте ее все пожалеем, такая несчастная женщина, жертва. Прям виктимность такая вообще. Охренеть. Теперь понятно, а ты чем медиумом решила стать? Жизнь хочет, хочет по стопам мамы пойти. Вся в мать. Уай. Это фамилия охранника, Spirit? Я думаю. Я думаю, это фамилия охранника. White Spirit, мне кажется. Что? Что? Кто? Она расистка еще. Так его звали. Об этом мне потом рассказала сестра. White, значит. Вася. Ну что ж, скоро придет государственный адвокат. Он уже здесь. Да, приятно познакомиться. Да-да. Не бойся, мы не государственный адвокат. Мы же частная фирма. Мы хуже, еще деньги возьмем. Да. 16:00, время вышло. Пойдем в отель к этой чувихе. Оставить ее и пойти домой? Защищать. Блин, Кадоев. Я хочу сохраниться. Уходим. Защищайте Кадоев. Защищайте Кадоев. Ребята, не могу. Другой не слот. Да нормально. Понятно. Я экономлю место на карте памяти, ты ж помнишь. Домой. Серьезно? Серьезно? Ну, мне как бы больше тут нечего сделать. Государственный адвокат ей поможет лучше меня. Переходим ко второй главе. Ладно, наверное, мне пора. Что? До свидания. А третья глава начинается с того, что ее грохнуть статуэткой. Что? Через несколько дней я узнал, чем все закончилось. Что? Все посужено. А решение суда написали во всех газетах. А мы давно записались. Уинона! Наверное, я больше никогда ее не увижу. Ну и хрен с ней, одним медиком. Она же хотела, чтобы ее жизнь была разрушена. Это называется спидран, пацаны. Сделал ли я правильный выбор? Да. Да. Определенно. Нормальный фаст-тревел нашли, да? А нам в каждом деле игра будет предлагать отказаться. Слушай, граф, формально мы прошли. Бонч, это как в Dark Souls, можно NPC вообще убить и вот квестовую цепочку не делать. Изи. Мия, алло, если ты меня слышишь, прошу, скажи мне, как там? Как я тебе скажу, придурок? Из камеры. А, из за. А, вот они, хитрецы какие. Ну, бас. Игра заставляет себя проходить. Я не уйду, пока не стану твоим адвокатом. Скажи, что я твой адвокат. Решено. Я буду защищать тебя. И неважно, хочешь ты этого или нет. Я не хочу! Погоди. Пожалуйста, можно я без вас? Мне тогда меньше дадут просто. Не-не, Бонич, а вообще так бывает, когда адвокат говорит, я вас буду защищать, а я вас не хочу. Ну, а что делать? А я хочу. Ну, я хочу, я люблю защищать. Я защитником в футболе всегда играл. Прикинь, такая, это у них судебная система так работает. То есть чувак пришел, сказал, на записке имя убийцы ее в тюрьму, а я буду вас защищать, потому что я так решил. А вас я буду спрашивать, как бы, неважно, как что вы думаете. Класс. А почему? Почему ты? Почему, ну... Пока чему? Я не знаю, почему. Пока чему давайте, да? Сейчас я не знаю, как будто меня кто-то заставляет. Я просто не отвечаю за свои поступки и все. Что хочу, то и делаю. Я неадекватный адвокат. Как это вы не знаете? Неужели девушка, сидящая напротив меня, убийца? Шизофрения началась у Феникса. Улики указывают именно на это. А, я знаю, почему адвокатом. Чтобы вывести тебя на чистую воду, сучка. Мало дали просто. Да. Но все это дело выглядит очень подозрительно. Нам пока вообще ничего не дали, поэтому как бы... Странное поведение мисс Мэй, вдруг она лишь притворяется глупой. Да и отказ Гроссберга помочь Майе. Вообще, зачем называть этого персонажа мисс Мэй? Это же реально путает все. Там вот так Мия, Майя и еще Мэй, блин, ё-моё. Неужели там нет других имен? Разные все имена, помнишь.
Он там МММ, что ли, пересмотрел? И помимо всего прочего, ей больше не на кого положиться. Нет ничего более гнетущего. Дядя Вернон. Так там охранник он стоит, нормально все. Когда-то. Я о, тоже нет, был на ее месте. Не флешбэк, пожалуйста. Очень давно, сейчас на 10 минут, да. Нет! Для чего я вообще стал адвокатом? Чтобы помогать. Всяким сброду. Кому больше никто не хочет помочь. С большим адвокатским значком приходит большая ответственность, как говорил дядя Бен. Одно я знаю точно. Я невозможно возможен. Я не брошу тебя. Можешь на меня положиться. Можешь посадиться. Можешь вообще, мы можем стоя это сделать. Вы так добры. Мы так бобры. Схлипь. Да, повезло Тянке с адвокатом, так, конечно. Так, поехали. Давай разберемся с этим и вытащим тебя отсюда. Значит, я узнаешь это? Вот это, узнаешь? Вот это, вот, а вот это, а это что такое? Вот это вот что такое? Зачем? Блин, да ё-моё. Хорошо, спасибо. Наконец-то она улыбается, как будто совсем другой человек. Блин, такое впечатление, что... Ну ладно, неважно. Так, последний вопрос. Какой последний? Мы только начали. Ты невиновна, верно? А, да, конечно. Да. И я вам доверяю. Потому что больше некому. Так что и вас прошу доверять мне, хорошо? Договорились. Так, что дальше там? Дальше у меня в инструкции ничего не написано. Меня же давно кое-что беспокоит. Спина. О! Что ж там все-таки в ящике той странной женщины? Когда я попытался туда заглянуть, она просто взбесилась. Там наверняка лежит что-то важное. Так, мы все узнали. Вернемся в ящик? Да, я думаю, давай попробуем идти. Окей. В отель. Слушай, а может быть... О-о-о! Посыльный. Добрый день, сэр. Извините, а вы... Я ее сожитель. А я с косплея вернулся только что. Прошу прощения, сэр. Я Супермен для бедных. Я работаю посыльным в этом отеле. К вашим услугам, сэр. Вам спасибо. Посылка, пошел сэр. Ты нахер, посыльный. Спасибо, сэр. Я отражите отправляться. А, понятно. В этот номер заказали обслуживание, сэр. Еще пожрем, нормально. Вы не знаете, где сейчас мисс Мэй? Она вроде блин, он тупит, надо подпиской. Было говорить. А, спасибо большое, забирать поднос и выгонять его, как бы. Полагаю, наши гости, мисс Мэй, в данный момент пользуются удобствами. А у вас удобства во дворе, что ли? А у нас такие удобства. Если вам ничего не требуется, я вас покину. Да, мы уже сразу сказали вам, пошел нахер, посыльный. Оставайтесь здесь, сколько пожелаете. У нас любой может заходить в номера наших клиентов. Любых, да. На похер. Номер вашего клиента, ваш номер. Ваш номер, ваши проблемы, как на голосе наш девиз. Стойте, нет. Эй! Почему мне кажется, что каждый раз, когда приходя сюда, каждый раз, когда я встаю, я таки позорюсь. Мне кажется, она сейчас из душа в халате выйдет. А, так что давай отвертку быстрее посмотрим. Стоп! Теперь же я могу все хорошенько осмотреть. Да ладно! Ой, чуть не забыл. Это же не ваш номер, выходите отсюда. Вы кто такой? Вы так быстро вернулись? А нахер довольно близко здесь. Буквально за углом, я уже сходил. Прошу, не могли бы вы передать мисс Мэй вещи, которые специально нам похер? По-прежнему, девиз наше... сообщение. Денис, погоди. У нас для нее есть сообщение. Подставной пошел нормально, дело выиграно. Короче, гонорар тебе будет завтра. Передайте, пожалуйста, а то мне за это не доплачивают. Девиз нашего отеля... Ответственность за сохранение ваших вещей не наша забота.
Девиз нашего отеля «Апофиг». На пофиг. На пофиг, да, на пофиг. Передайте ей, что звонил мистер Уайт из компании Blue Corp. Вы поняли? Нет. А что там? Мистер Уайт, тот самый, который... Это разрушитель мамки. Разрушитель мамки. Он хочет разрушить теперь еще и дочку, видимо. Как все совпало. Он прям конкретно что-то возненавидел всю семейку. Не, он теперь еще вот эту чувиху разрушит сначала. Возможно, возможно, этот мистер Уайт как раз тот самый, которого посадили в итоге по ложному обвинению. А, да-да-да, не вопрос вообще. Конечно, конечно. Может, еще что передать? Мистер Уайт из Blue Corp. Почему мне это имя кажется знакомым, а? Я даже не почему? Знаю, почему. Ой, а что это мы? А, это для дебилов напоминание. Вдруг у нас между стримами перерыв был в год. Об этом мне потом рассказала сестра. Не, не помню. Нет, все равно не помним. Кто? Чью? А Мия кто такая? Кто-то что-то разрушил. Не, не, он разрушил жизнь матери Мии и Майи. Так он... Это как разные мамы? Не-не-не, это к тому, что он разрушил жизнь мамы и разрушил жизнь Мии. Или как понять это предложение? Мама Мии. Мама Мия. О, мама Мия. Мама Мия. Не, пойдемте, ребят. Ну все, все, что понятно, и так все. Хватай отвертку и бежи. Из приоткрытого ящика торчит отвертка. Почему мне кажется, что я в Колобков сейчас играю? Сейчас поглядим, что там внутри. Опа. Да, сэр. Что это? Что у нас? Опа-цы! К телефону прикрученное было. Это же подслушивающее устройство. Ой, давай им прикрутим. А как же улики, недобытые, добытые незаконным путем? Да. А это похер, это же в отеле нам похер, поэтому мне кажется, это и в суде сработает. Отель нам похер и закусочная идите нахер, там у них сеть. Зачем такой женщине? А, и еще секс-шоп, секс-шоп хер с ним. И суд и так сойдет. Подслушиваешь, что это добавлено в инвентарь. Вообще. Отлично. Мы теперь сможем подслушивать. С этой мисс Мэй явно все нечисто. Не все чисто. Так она в душ пошла, поэтому. Зачем ей хранить в своем номере нечто подобное? Ты еще в другой ящик не смотрел, чувак. Уверен, что... то за всем этим наверняка что-то скрывается. Это как в Скуби-Ду, там другой человек совершенно под маской. Завтра на суде эта улика мне пригодится. Сейчас, я не сомневаюсь, сейчас. Ради Майи, ради... Инков. Я доберусь до самых низов. Воу! Женщины. Ну, наконец-то! Ради низов Майи я доберусь до самых низов. Слушайте, до самых низов даже я не могу добраться. Ну, в смысле, не каждая женщина доберется до своих низов. Вы поняли, о чем я? Да, я после этой фразы, конечно же, поняли. До этого было непонятно. Посыльный! Это Тэй говорит. Ой. А? Ага. Эй, посыльный, ты еще здесь? Миш, тебе надо отыгрывать роль посыльного. Ой-ой, пора сматываться. И как в мультиках. И убегаешь. Посмотрим, как и пыль такая у нос, знаешь, такое облачко. Да. В суде. Ха. Вот так уделал ее, молодец. Вообще, так продолжение вот. О, как мы следует. По таймингу. Смотри, Миш. Прям. Да, как раз я чисто. Успею. Ну, что-то в этот раз было не так весело, как в прошлый. Но суда не было, потому что судьи безволосого, как бы, я вообще почти не читал. Поэтому. Да. Первые полчаса БСП вообще ни за кого не читал. А что, все? Да, все, побежали. Спасибо за внимание. А бой. Куда вы побежали? Спасибо. А куда вы? А, продолжим когда? Завтра? А куда вы все уходите? А мы можем бегает. Завтра? Завтра пятница. Я могу. Стойте, я хочу остановить это. Да отстаньте. За сегодня мы даже... А, судья тут же. О, класс. Ну, мне будет что прочитать в следующий раз. Давайте. Эй, полчаса еще, граф. Граф, все вопросы к кастерам. Бегуну. К бегуну Михаилу. Ну что ж, Михаил, спасибо вам большое. Вы напоминаете мне сейчас посыльного. Бегите, бегите, Михаил. Да помогай вам Бог. Спасибо, ребята. Продолжим когда?
Насчет завтрака. Согласуем и решим. Отпишем. Ну, короче, продолжение следует в ближайшее время. Да, следите за анонсами. Хорошо. Да, всем чмаки, пока. Пока. Как-то так, друзья. Как-то так. Всем большое спасибо за внимание. Завтра точно будет продолжение State of Decay. Точнее, у нас ретрай. Нас вчера съели благополучно. Точнее, не съели, а застрелили. Оказывается, самое опасное в этой игре не зомби, а люди. В общем, будем более вдумчиво играть. Приходите завтра на стрим. Увидимся. Запись, естественно, как обычно, на YouTube. Спасибо всем ребятам, кто поддержал. Спасибо неизвестному, Графычу, Харву и Ноуну. Пока-пока.